26 сентября в мечети имени Саида Афанди Каспийска для горожан прошел мавлид в честь священного месяца Рабиуль-Аваль, в котором родился пророк Мухаммад, мир ему и благословение. Организатором является духовенство города во главе с председателем совета имамов Мурадом Исмаиловым. Подобные мероприятия служат объединением и укреплением братских отношений, а также просвещением. На встрече выступили ученые-богословы, которые рассказали о жизни и деятельности пророка, мир ему и благословение. Восхваляя его, а красивые нашиды сопровождали мероприятие. Стоит отметить, что чтение, слушание, изложение чудесных событий, связанных с жизнью и пророческой миссией пророка Мухаммада, мир ему и благословение, является большим благодеянием. Он и сам любил излагать подобные события. Сама форма проведения мавлида содержит только благое, поскольку люди собираются, чтобы вспомнить Всевышнего Аллаха, вспоминать и выражать радость по случаю рождения пророка Мухаммада, мир ему и благословение.